Привет, Огонечек. Подошли к концу эти недели в Одессе, и для меня это проживание в доме, такой как некий БДСМ. С одной стороны, очень приятно, а с другой стороны, немного больно. Вот. Но если это немножко подрезюмировать, подвести итог, если, то могу сказать, что мне понравилось жить в доме с тобой. И я хочу жить в доме с тобой, но без всех остальных этих, которые сосуществовали здесь тоже. И все то, что между нами происходит, мне очень нравится. Хочу еще. Теперь я понимаю, чего я так долго ждал. И ожидание этого стоило. Мы провели время очень круто. И как ты видишь, я готов свернуть горы для того, чтобы даже минуту побыть с тобой. И да, у меня есть секреты. Поэтому я расскажу тебе один секрет на церемонии роз. До встречи!